Да. Кто это? Как тебе мой вчерашний отряд спасателей? Охренительно. Ты кто такой? Кто я, неважно. Важно, что у меня твой друг, и я собираюсь его убить. Ты о ком? Какой еще друг? У нас твой пилот, тот, которого мы сбили. И что тебе надо? Что мне надо? Мне нужен ты. Приходи за своим другом, и я оценю, достоин ли ты внимания, Елунка. А если я не приду? Тогда пилот умрет. Вот херня. Так, ну что, надо после улучшения, конечно, бы бронежилет попробовать поторговать, пойти. Что на карте есть? Задание по улучшению. Ну вот, ближайшее есть. Навыки. Навыки опять надо улучшать. Так, ну что? Имеется транспорт. Снегоход. Зимнее время суток. Надо будет собрать что-то из растений вот этих вот, и что имеется. Ну, вот первая точка такая, на которой есть. Не двигаюсь. Как вы видите. Продолжаю бежать. Просто так вот не пройти. Может, конечно, на снегоходе. Так тоже неплохо. Задание по улучшению. Угу. Найдите грузовик, гоните его на радиостанцию.
Это понятно, подсказки. Автовождение. Нет сигнала. Так, что тут? А вот... поэтому Давай. Сначала тогда надо будет ликвидировать цели. Так, вот такое дело. Просто тут мне не радует. Просто где-то другое. Добраться до снайпера. Сохни!
знаю. Я подвел. Так, ну теперь, собственно говоря, какую-то атаку. Пришельцев. Естественно. Затем можно будет забрать транспорт. Пока что я хочу обойти. Прекрасно. Транспорт, который нужно. Значит, теперь нужно отогнать на радиостанцию. Давай назад, назад, давай назад, назад, назад. Вперед, вперед. Назад, назад. Еще вперед. Стоп, 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 стоп. Как бы не разбиться. Грузовик, конечно, управляемый вообще. Так, теперь доступно улучшение запад. Наконец-то. Хоть что-то хорошее. Строить крепление запад, крепление север, минное поле юг.
Ошиблись. Ну, лучше бы как-то так. На данном этапе, конечно, можно будет улучшить, усилить базу, собрать для этого все необходимое. Задание по улучшению. Засада. Кабанчик такой, я бы сказал, даже непростой.